Мы с вами прекрасно знаем, сколько интересных фактов таит в себе наша история. Правда, о многих из них никогда не напишут в учебнике. Например, вы знали, что ковры, которые висят на стене у бабушек, раньше использовали как письма, чтобы делиться новостями? О таком можно узнать разве что в хорошей документалке. А самые лучшие документальные фильмы можно найти в онлайн-кинотеатре от Российского общества знания. Переходите по ссылке в описании и смотрите современные документальные проекты совершенно бесплатно. Наша цивилизация, которая изобрела Макдональдс, счета за электричество и это видео, исторически унаследована у римской, та у греческой, ну а та у цивилизаций Ближнего Востока. Но помимо них, в разных уголках мира появлялись и исчезали свои очаги цивилизаций. Они, к сожалению или счастью, проиграли в этой борьбе, почти всегда поглощаясь крупными и развитыми соседями. Сегодня мы поговорим не об альтернативной истории, а о народах, у которых мало того, что за тысячелетия так и не появилась своя цивилизация, но и то, что есть, им приходится от жестокого мира защищать. Речь пойдет о неконтактных племенах, тему которых мы когда-то давно уже затрагивали на нашем втором канале Kick Brains, но сегодня поговорим о них более подробно. Кто же такие эти неконтактные народы? Это самые настоящие, что ни на есть, представители каменного века, дожившие до наших дней. Какие-то из них перестали быть таковыми при первом же контакте с западной цивилизацией, какие-то еще сопротивлялись, причем целыми веками, а какие-то живут так и по сей день. Все эти племена остались лишь в слабо заселенных и труднодоступных территориях Амазонки, Индонезии, Новой Гвинеи и Африки, а информацию мы получаем либо по контактам с соседними народами, либо снимаем сверху. Находят племена зачастую даже совершенно случайно, просто натыкаясь в джунглях. Некоторые из них относительно мирные и пускают на свою территорию исследователей и журналистов, а другие крайне агрессивные, и с ними лучше не шутить. К последним относятся популярные сентинельцы. Это племя живет на острове Северный Сентинел в Индийском океане и категорически отвергает любые попытки контакта. Ранее в 20 веке предпринимались осторожные пробы на расстоянии, но сейчас они прекратились из-за буйного нрава аборигенов. Сентинельцы – последние представители своей группы, которые продолжают активно сопротивляться контактам извне. На Андаманских островах, в число которых входит и Сентинел, ранее проживали и другие изолированные аборигены. Ключевое слово «ранее». Последним из некогда неконтактных на контакт вышел народ Джарава с крупных островов архипелага Южный и Средний Андаман. Джарава и сентинельцы – родственники и являются представителями древней группы народов, проживавшей на островах изолированно не менее 30 тысяч лет. Ранее Джарава, как и сентинельцы, осыпали градом стрел всех непрошенных гостей и отвергали все дары, при этом также совершая редкие набеги на обычные индийские деревни. Колониальные власти Британии не церемонились и нещадно уничтожали дикарей, из-за чего их популяция упала с 500 до 70 человек. Но к настоящему времени она восстановилась. С 70-х годов прошлого века стараниями миссионеров был налажен какой-никакой контакт, а аборигены начали принимать дары и подпускать к себе исследователей. В 1978-м через территорию их обитания была построена дорога, чему Джарава также сопротивлялись. Сейчас с племенем происходят контакты, с ними общаются и изучают язык, но аборигены продолжают жить уединенно и к ним рекомендуют без необходимости не приближаться. Хотя Джарава сами стали выходить на дорогу и попрошайничать, выпрашивая у проезжающих туристов еду и одежду. С 1997 года часть представителей племени начала активно взаимодействовать и общаться с людьми извне, а некоторые дети даже по своей инициативе пошли в школу. Но есть и негативные стороны контакта. С 1999 по 2006 среди Джарава бушевала эпидемия кори, унесшая жизни примерно половины аборигенов. Очевидно, болезнь была занесена контактерами извне и, скорее всего, на одежде, которую аборигены выпрашивали у туристов. Инцидент напоминает, что мы должны контактировать с подобными народами максимально аккуратно, так как изолированные племена не имеют иммунитета к распространенным у нас болезням. Вспомните, что случилось с коренными американцами. Ну а как вам племя, которое спокойно всех к себе пускает, но просто никак не поддается нашему влиянию, так как не понимает его? В лесах Амазонки в Бразилии живет племя
численностью около 800 человек, именуемая Пирахан. Сами себя они называют Хи-Аити-Ихи, что переводится как «прямые». Контакты с ними начали еще португальцы в 1714 году, а нормальное изучение запустил в 1921 германо-бразильский антрополог Курт Нимуэндажу, который еще тогда отметил, что у местных нет никакой заинтересованности в благах цивилизации. С 1950-х годов к Пирахан регулярно наведываются миссионеры с целью распространить на племя христианство, но пока все тщетно. А объясняется это уникальным мировоззрением Пирахан. Они не воспринимают ничего абстрактного, в том числе чисел и времени. Когда миссионеры читают свое учение, они отсылают к жертве Иисуса в прошлом и говорят, что в будущем нас ждет рай или ад. Однако это совершенно не работает на Пирахан, так как им не интересно, что было когда-то в прошлом и что будет когда-то в будущем. Своей историей они также не интересуются и считают, что все было и будет ровно так, как есть сейчас. Даже пролетающие в небе самолеты их интересуют ровно до того момента, пока они скроются из виду. Все эти особенности отразились и на языке Пирахан, в котором нет ни категории времени, ни числительных. Последние они вообще не воспринимают и проваливают простейшие тесты на счет, а таких тестов было проведено немало. Эта особенность считается доказательством того, что восприятие числа не сидит в человеке генетически, а является скорее нашим изобретением, не менее важным, чем, например, письмо или сам язык. В 2011 году экспедиция от MIT нашла в деревне Пирахан медпункт, туалет с водопроводом, электрогенератор и школу, где учитель Пирахан учил детей португальскому языку и математике. Эта экспедиция зафиксирована в документальном фильме «The Amazon Code – The Grammar of Happiness». А сами аборигены восприняли новшество позитивно. Однако, помимо этих добрых и простодушных индейцев, в джунглях Южной Амазонки таятся и более воинственные племена. К ним, например, относится народ Ваорани или Гуарани, который живет на территории Эквадора. Численность Ваорани составляет около 4000, и живут они разрозненными, иногда воюющими между собой кланами. Значительная часть из них пошла на контакт с правительством Эквадора и переселилась в резервации, где позволяет исследователям себя изучать. Однако часть Ваорани является крайне агрессивной и не приемлет внешние контакты. В 1968 году произошел раскол. От мирных Ваорани отсоединились кланы Тагаери и Тароминани. Они ушли в лес продолжать первобытный образ жизни, попутно уничтожая всех попадающихся на пути белых и даже совершая набеги на поселения бывших соплеменников. Регулярно в Эквадоре можно услышать новость, что какие-нибудь нелегальные лесорубы были убиты воинами Тагаери. Известно, что еще в 1956-м кем-то из еще не распавшегося племени Ваорани была убита группа миссионеров. В сумме популяция этих воинственных кланов оценивается примерно в 300 человек. В Амазонке можно найти еще много подобных племен, из-за чего гулять по джунглям в одиночку крайне не рекомендуется. Даже не из-за угрозы заблудиться или попасться диким животным, а из-за угрозы попасться дикарям, которые нашпигуют вас стрелами из-за того, что вы зашли на их территорию. Кстати, точно такую же рекомендацию вы услышите в Папуа-Новой Гвинее, ведь там также обитают крайне агрессивные неконтактные племена. На въезде от вас даже потребуют подписать отказ от ответственности в случае, если вы будете убиты аборигенами. Одним из таких племен когда-то были Чимбу. Сейчас Чимбу уже не является неконтактным племенем, так как аборигены в большинстве своем обращены в христианство, да и вообще занимаются сельским хозяйством на продажу и спокойно пускают к себе журналистов и исследователей. Но во многих отношениях Чимбу продолжают традиции прошлого. Одной из них, к примеру, является вот такая интересная раскраска под скелет, которую они наносят для отпугивания злых духов, которые, по поверьям, питаются человеческими душами. Чимбу являются наиболее многочисленным и одним из самых цивилизованных народов папуасов. Если говорить о диких неконтактных племенах, то несколько лет назад в новости попало племя Яйфо. Шумиха в 2017-м возникла из-за того, что в зоне их обитания пропал британский путешественник Бенедикт Аллен, отправившийся именно на их поиски. С ним, кстати, в итоге все оказалось хорошо, не переживайте. Ранее он уже отправлялся к Яйфо в 1988 году и не просто успешно контактировал с племенем, он писал об этом следующее. «В прошлый раз Яйфо встретили меня энергичным танцем с луками и стрелами. Это была ужасающая демонстрация силы». Яйфо и вправду отличаются агрессивной отстраненностью. Известно также, что они собирают головы врагов как трофеи и, вероятно, практикуют каннибализм. Тем не менее, в прошлый раз Аллен не просто успешно с ними контактировал, он прожил с ними 6 недель и прошел обряд посвящения
обращения, в ходе которого его постоянно избивали. Аллен говорил, что это было для того, чтобы кожа мужчины стала прочной, как кожа крокодила. Еще одно племя, Коровайи, живет на индонезийской части острова Новая Гвинея. Впервые контакт с Коровайи произошел в 1974 году, и аборигены были шокированы, посчитав белых людей призраками и вестниками конца света. До конца 90-х Коровайи вели отстраненный образ жизни, иногда допуская к себе исследователей и миссионеров, но затем стали все больше и больше открываться западному миру. Сейчас бывшие каннибалы являются достопримечательностью и принимают к себе туристов. К югу от них, в пустыне Гибсона в Австралии, в 1984 году были найдены и выведены в цивилизацию последние оставшиеся австралийские кочевники, которые вели традиционный образ жизни. Речь идет об остатках племени Пинтупи. Еще в начале-середине 20 века местные племена загонялись австралийскими властями в резервации. Однако один из представителей племени Пинтупи не захотел жить по правилам белых пришельцев. Он взял своих жен и детей и отправился кочевать по пустыне, как это делали его предки. Остальное племя при этом осталось в резервации. В этой пустыне семья провела больше 20 лет, потеряв только отца семейства. По иронии, насколько известно, он отравился консервами, которые кочевники нашли в брошенном лагере белых. В 1984 году оставшаяся девятка Пинтупи, как их позже назвали в прессе, вышла к своим оставленным когда-то родственникам. Сделали они это случайно. Если жены еще помнили о существовании совсем иного мира за пределами пустыни, то выросшие дети увидели это все впервые. Благодаря содействию бывших соплеменников, их удалось уговорить оставить прошлое и войти в цивилизацию. Один из братьев, Пиити, в 1986 году вновь ушел в пустыню, остальные шестеро детей реализовались как художники и ныне живут и зарабатывают себе спокойно в Австралии. Их работы можно найти в галереях музеев, у искушенных коллекционеров и на аукционах. Как Пинтупи смогли войти в современный мир и реализоваться в нем, так это сделают и другие герои нашего видео. Ведь всем понятно, куда этот процесс ведет. До новых встреч, друзья!